Замечательно. Привет, ребята. Гудаурик Рузи, Анатолий и... Александр! Александр, вот. Почти тезка. Вот. Сейчас мы полетаем. Старт сейчас северный. Северный ветер дует. Бежи потихоньку. Вот так? Да. Слушайте, пути вперед идем, вперед. Да. Не падай. Да. Бежать, бежите вперед. Да. Вперед немножко подойди. Да. Так, стой. Ну, наверное. Сейчас все будем делать. Подожди, хорошо? Сейчас, подожди. Жду. Ждем. Чтобы одновременно не получилось. Делаем вот так, чтобы наполнилось. Хорошо. Стоп. Хорошо. Отлично. Шаг вперед сделай. Шаг вперед. Не, никуда не так. Вперед, где помнишь? Да, вот всегда вперед туда запомнишь. Да. Ай-яй-яй, еду. Ой. Давай, давай, давай. Беги, беги. Давай, бежим. Что, бежать? Бежим. Я не буду материться, мама будет смотреть. Не надо материться. Нет. Чем материться? Хочется. Материться неправильно? Хочется, потому что. Охренеть. Как дела? Молодец? Не знаю пока. Пока не знаешь? Ничего страшного. Бывает. Бывает и хуже. Ух ты. Так, еще знаю. Мы сейчас здесь динамики полетаем. Сейчас будет круто. Что сделаем? Динамики полетаем. Это что значит? Покажу. Только без мертвой петли, и пожалуйста. И мертвые петли, ты чё? И мертвые петли, ты чё? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё? Ты типа попа. Ты нормалёк. Как настроение? Бодрое. Ой-ой-ой-ой-ой. Как дела? Вот сейчас. Стрёмненько. Стрёмненько. Стрёмненько, это хорошо, если стрёмненько. Ты что, курил, что ли? Нет. Это хорошо, если не курил. Да я просто от страха не могу слова сказать, Толь. Ну, бывает. Ну, бывают люди, которые орут и говорят... А тебя просто раз и накрыло, короче. А меня просто накрыло, я даже не понимаю, что происходит. Господи, спасибо, что создал этот мир. И спасибо, что создал Толю, который мне этот мир показывает. Давай покажем всем тоже чудеса. Давай мне ручку. В ручку правую камеру. Правую. Так. Правую. Так. Здесь у меня. А. Здесь у меня, да, давай. Камеру? Да, я хочу поснимать. Unbelievable. Это если бы я был англичанином, я бы тебе так сказал. C'est fantastique. Это если бы я был французом. Я не уверен, что это грамотно, но... Дастиш фантастиш. Я тебя по второчкам провел. Это что? Второчки? Да. Второчки. Такие, в общем, такие смелые второчки, по которым летишь, типа бум-бум. А, это какие-то боковые ветры? Да, боковые ветры просто хлопает. Вот. А мы сейчас Катю не видим? Нет, Катя вот там вот должна работать. Время прошло небольшое. Ну, понятно, да. В том районе они должны... Они еще
она привязана. Что я тут вижу, да? Вот что я вижу, смотрите. Все вижу. Вот, смотрите, тоже вижу. А вот люди. Класс. О, папа. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай так больше не делать. Так больше не будем, хорошо. Так как место. Мне было страшно, мне Толь. Знай, мне было достаточно страшно. Неумеренно страшно. Мне было страшно, знаете. Холодно все-таки, а? Ну холодно, еще покажу, что мы видим. Вот что видим, красиво так все. И в другую сторону. Да, там. А ко мне полицейский подходил и говорил, давай отсюда. Да, типа, я говорю, я говорю, я так спущусь. Я говорю, мне канатка не нужна. Ну. Не видишь, что ты в подъезде, понял, да? Да. О, а вот наш домик. Ага. Сейчас покажу. Вот домик. Да? Вот наш домик. А я тут. А домик там. А я тут. Очень странно, очень странно. Когда я сегодня выходил из дома, я представить не мог, что я буду здесь, с Толей, а домик вот там. Ну как тебе сказать? Да? Разве что, что я за тобой сижу, но это дверь. Ну, Толь, я тебя прикрываю как могу от ветра. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я даже, если честно, не решился на полет без тебя здесь впереди. Да. Ну, обращайся. Захочешь еще полетать? Пожалуйста. Спереди будешь ты, так и быть. Полечу. Не видно наших? Сели?